Громче. Наш офис, который вообще... Заново. Итак, значит, наша организация, которая называется Брит Олам, она занимается универсальным иудаизмом. То есть, что такое универсальный иудаизм? Это имеет два аспекта. С одной стороны, это иудаизм, в котором проявлены универсальные ценности, то есть иудаизм, который занимается в том числе наукой, искусством, социумом и всеми универсальными ценностями, а не только стандартными религиозными ценностями, как раньше. И иудаизм, который переселяется в Израиль, в отличие от иудаизма диаспоры, он занимается государством, социумом в целом, не маленькой группой религиозной внутри большой другой группы, а собственной полной жизнью, в которой все аспекты жизни, в том числе светские аспекты жизни, все входят в сферу религии. Это и называется универсальный иудаизм. Это один из аспектов его универсализации. Второй аспект универсализации – то, что этот иудаизм обращается ко всем людям. Не только к евреям, а вообще ко всем. То есть это универсальный месседж, как с точки зрения универсальных ценностей, так и с точки зрения тому, что он обращается ко всем. Мы привыкли к тому, что иудаизм занимается евреями. Так действительно было в диаспоре, когда иудаизм занимался сохранением маленькой группы еврейского народа в огромном море всех других людей. Но сегодня, когда мы живем в своей стране, то мы обращаемся не только к евреям, а ко всему человечеству. Вот этот универсальный месседж, то есть обращение ко всем, он неразрывно связан с универсализацией самого иудаизма. То есть если мы сами носители универсальных ценностей, то мы можем обращаться ко всему человечеству в целом. Поэтому универсальный иудаизм, вот, которым занимается наша организация Брит Олам, это, с одной стороны, очень сильная модернизация иудаизма в направлении универсальных ценностей, при этом сохранением всей ортодоксальности и всего того, что было в иудаизме всегда, это все сохраняется, но добавляется универсальный аспект, которого не было при еврейской жизни в диаспоре. И, во-вторых, это обращение ко всему миру, а не только к евреям. И вот это два аспекта универсального иудаизма, которые и есть наша деятельность.